Ишимура можно настроить разную силу тяжести. В зоне невесомости твои гравиботы активируются.
гравитации. Отлично, ты достал электроподушку. Теперь прикрепи к ней термит и цепляй все на баррикаду. Дерьмо. Я слышу тварей. Лезут по вентиляции. Зона. Береги себя, Айзек. Внизу вы что-то нашли, да? Да, кое-что нашли. Значит, тексты истины все это время... Я бы не сказал. То, что я видел, трудно назвать божественным. Мы должны принять это. Мы первые свидетели. Матиус никому не позволит спуститься в колонию. Пока не выясним больше, она на карантине. К черту Матиуса! Ему лучше, чем кому-либо еще известно, что это важнее всего. Важнее операции или даже компании. Думай, что говоришь. Там внизу умирают люди. Только бесполезные и неверующие. Но я верю. А ты не веришь? Скажи. Yeah.
Отсюда ты доберешься до морга. Помни, коды находятся на теле капитана. Говорит старший медик Николь Бреннан. Передаю по общей связи. Нам нужна помощь. Не хватает людей, чтобы справиться со всеми случаями заболевания. Нам не сообщают, что происходит. Эти раны. У нас нет оборудования, чтобы их лечить. Боже. На стол его. Сестра, держите крепче! Господи, конец записи. Это была Николь, да? Отсюда я не могу понять, когда сделали запись. Уверен, она где-то рядом. Thank you.
меня кто-то слышит? Мое имя Эйлин Фиск, я только что проснулась, а вокруг никого нет. Я не знаю, что происходит. Почему они все ушли? Попробуй найти хоть кого-то. Если вы меня слышите, пожалуйста, заберите меня отсюда. Я слышу, как что-то скребется за стеной. Эй? Кто здесь? Вы доктор? Почему все... Погодите. Я знаю вас. Вы Гарик, заключенный с колонии. Вы убили ту медсестру. Помогите. Кто-нибудь, помогите мне. Умоляю, помогите.